Ярмарка вакансий, или, как предпочитают говорить активисты Союза молодежи, акция «Труд крут» сегодня состоялась в средней школе номер 7 города Бреста. Где легче трудиться, а где сложнее? Сколько можно заработать летом? Вопросов немало, но на каждый есть свой ответ. Естественно, это зависит от нанимателя. И мы надеемся, что в этом году наниматели гораздо обширнее захватят эту тему и начнут брать на работу ребят, которые даже из школ, гимназий, лицеев. Конечно, сегодня не всю работу могут предложить несовершеннолетним, но на рынке труда услуги подростка все же востребованы. Это может быть распространение поклейка объявлений афиш, раздача листовок и флаеров, подсобная работа. Словом, при желании дополнительный заработок найти реально. Даже профориентация. Вот, потому что ребята могут себя попробовать в разных сферах и иметь какие-то деньги. Хорошо проводить, правильно проводить время в летние каникулы, весенние каникулы или же в свободное время от школы, если это позволяет время. Гораздо удобнее, когда ты просто приходишь, заполняешь нужную анкету, тебе уже с тобой связываются и предлагают работу, которую ты выбрал. То есть ты в анкете указываешь направление, и у тебя уже именно по этому направлению предлагают работу. Трудоустройство помогает не только молодежи, но и городу. Я считаю, что молодежь должна себя реализовывать в таких трудовых проектах. Как бы это помогает им в будущем с данной профессией, которую они выбрали. То есть это как бы и опыт. От ребят нужно только желание и заполнение анкеты, которая впоследствии отправляется на обработку в Центральный городской комитет БРСМ. Персональные данные там изучаются, и в результате школьникам предлагаются возможные варианты трудоустройства.